Более 15 специалистов наблюдают за ходом операции. Врачи Прикамья осваивают новый метод лечения атеросклероза артерии. Мастер-классы проводит федеральный эксперт. И сейчас мы видим, что доля пациентов с такими тяжелыми поражениями увеличивается. Мы сталкиваемся с проблемой, что иногда у нас не получается стандартными методами поставить оптимально коронарный стенд. Эта методика направлена на разрушение кальцинированных бляшек коронарных артерий, что позволяет нам имплантировать стенд и добиться лучших непосредственных отдаленных клинических результатов лечения этих пациентов. По оценкам специалистов, атеросклеротические бляшки с кальцинированными фрагментами встречаются в 10-15 случаях от общего числа пациентов. Это может быть, в принципе, конечно, с одной стороны, в любом возрасте, если нарушение наших внутренних функций достаточно выражено. Но чаще всего, если идет сочетание атеросклероза с сахарным диабетом, то кальциноз как в коронарных артериях, так и в других артериях, он гораздо выражен. Бляшка перекрывает просвет сосуда и может произойти инсульт, инфаркт, тромбоз артерии нижних конечностей. Ранее методика ортобляции применялась только в крупных федеральных центрах. В регионах пациентам с таким диагнозом проводили коронарное шунтирование. Эта операция проводится на открытом сердце и требует длительной реабилитации. Новая методика позволяет пациенту ходить уже через пару часов после операции и проходить минимальную реабилитацию. Данный мастер-класс это проводится в двух клиниках Перми. В нашей городской клинической больнице номер 4 и в кардиодиспансере будут прооперированы несколько человек, как здесь, так и там. Это методика, о которой рассказал доктор. Безусловно, очень интересная и полезная для пациентов. С внедрением этой методики для пациентов в регионе станут доступны всевозможные операции с минимальным вмешательством на коронарных артериях эндоваскулярным способом. Валерия Ермакова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта».